В массовой культуре образ байкера неразрывно связан с чем-то протестным или опасным. Впрочем, члены мытищинского клуба «Ночные волки» уже привыкли опровергать подобные стереотипы. Мотоциклисты подарили детям в их день настоящий праздник. Подопечные центра помощи семье и детям мытищинские запомнят этот день надолго. Необычные гости вызвали небывалый ажиотаж. После череды страйков гонщики угостили ребят пиццей и морсом. За активную роль в воспитании молодого поколения мотоциклисты были награждены именными грамотами. Сегодня дети играли в боулинг. Был шикарный стол, пицца. Уже более 10 лет «Ночные волки» проводят таким образом День защиты детей. Далее в расписании прогулки вдоль набережной водохранилища. Кульминацией стала езда на настоящих байках. Перед этим юные мытищинцы плотно фиксируют защитные шлемы. Правила техники безопасности для всех одинаковые. Дети играют в боулинг, катаются на водных велосипедах. Также будет в программе у нас катание детей на мотоциклах. Вместе с необычными друзьями каждый ребенок мог почувствовать себя настоящей звездой автострады. Совсем скоро они вырастут и отправятся в новое путешествие со своими кумирами из «Ночных волков». Анна Смирнова, Евгений Ощепков, Первомытищинский.